вальс, вышли из аквапарка. И сейчас, я не знаю, Нюте, конечно, не очень будет интересно сходить, посмотреть еще раз на рыб. А Даша там ни разу не была и просится Диана. Поэтому сейчас хочу показать им... Как это называется? Океанариум. Я сейчас забыла. Мне так нравятся вот такие вот лифты. Клево, да? Нажимай там. Смотрите, там цветочки. Смотри, мы прям в бассейн заехали. Круто? Да. Поехали. Купили мы билетики. Сейчас пойдем. Здесь неограниченное время в этом океанариуме. Пойдем сейчас посмотрим, может, там кто-то новый приехал, может, кто-нибудь новый родился. Это самые обычные, да, какие большие вырастают. В аквариуме, знаешь, живут сначала да. маленькие, а потом вырастают такие большие. А здесь пираньи, которые заживо съедают. А еще они могут стать мальчиком и девочкой. Да? Ух ты, Анюта, этих не было, смотри. Вообще, да? Какие огромные, это что, это кто? Арапайма. Обалдеть, такая красивая. Ну, много других появилось. Да. Морские очень красиво смотрятся, эффектно. А это какая-то рыба, да, Диан? Как эта рыба называется? Угорь? Вот этот угорь мы едим потом в роллах. Вот так он выглядит. Он такой, как палка какая-то. Да, Нют? Красивый. Это вот это вот морские. Смотри, какие. Морской аквариум красивый очень. Там рыбы такие яркие, красивые. Такая губастая. Тук-тук-тук-тук. Вот так интересно. Прозрачная рыбка. Диана увидела черепах. И все, и мы тут, нам, она не дает нам посмотреть, и мама там черепашки, хоть что ты сделай. Черепашки и крокодильчик? Ничего себе, ты как он близко подполз, да? Вот это нам повезло, настоящий крокодил. Как цапнет, половики нет. Настоящий. Да, он как плавает, ты как красиво, да, Диана? Посмотри, как нам повезло. Анюта, смотри, как он близко подплыл. Смотри, то-то вот-то вот не видно, а это ты как близко, смотри, а еще крутяк. Так он, смотри, как это, как, видела, как я умею? Ну, видишь, нет, они с ним тусят. Смотри, какие спички. Слышишь, хопы, руки нет, Анюта. О, на него залезла. Ой. Это, короче, битый не битого везет. Ну такая у него красивая кожа, еще в воде. Такая смешная с рогами. Идем? Вот эти эффектно смотрятся, когда фоткаешь, очень красиво смотрятся рыбы. Ядовитые они. Я тоже не помню, как она называется. Вообще, это помнишь, в «Русалочке» я была? Угри? Нет. Он такой еще пятнистый, как далматин. Очень красивые аквариумы. Диана там мама. Это скат. Это большой скат. Вот здесь самое кайфовое находиться, мне вот тут очень нравится. Да, классно. Вот здесь самое интересное, как будто ты в этом всем находишься. Такой аквариум, такой уход. Она еще так близко подплыла. Это какие у нее зубы. Ужас. Ой, какая она большая. Вспоминается фильм ужасов, когда акула начинает ударяться. Да, видишь, большая еще одна. И такая плывет и бьет. Вот она. Плывет. А, смотри, какая красавица. Вообще прелесть. А мы
Сашу видели плохих и страшных человеков. Ужас. Пошли, типа, ну и что, Даш, как тебе? Какие у тебя впечатления? Осьминог такой забавнюхи. Глянь, спит. И как кошечка свои осьминоги сложил такой, скрутил их. И звезды даже и живые. Красиво все так сделано. Тут прям суета-суета. Москву напоминает. Все бегут, все торопятся. Такие тараканы. Мы тут решили сесть, посидеть. Здесь такое сумрачное освещение. Потом там есть аппарат. Я себе заказала кофе. Анюта села на эти мешки. Кайфово. И мы смотрим на большой аквариум. Он почему-то отсвечивает. Мне кажется, ничего не видно будет. Но там плавают акулы. Самое главное, что мы видим. Это круто. Анюте уже надоело. Она это все видела. Ей надо идти на скалодром быстрее. У меня ноги устали. Я сижу, отдыхаю. Диана выпросила скитлс. Вот такой скитлс маленький стоит 50 рублей. И кофе такой тоже 50 рублей. Я взяла капучино, лесной орех. Красивый вот этот аквариум такой весь, разноцветный. Красиво, разные цвета. Тут девчонки с сумками. Да. Щука очень большая. Интересно, где они ее еще живой взяли? Либо уже в неволе она была выращена. Еще живая? Да, живая. Что думаешь, что это муляж? Нет, вот точно такая же. А, да, точно, он с той плавает, двигается. Вообще лежит и все, да, вот как ее словить, щуку? А, у нее дышит, ага, я только хотела сказать. Как вот ее поймать? Вот она плавает и толком и не плавает. Сидит тут с удочкой, как дурак. Ой, смотри, какие пятнистые, смешные. И ему так не понравилось, когда подошли. С красным, да? Они тоже вот такой? А? Не знаю. Микижа. Если я правильно ударение поставила. Тут написано 50 сантиметров, мне кажется, здесь больше. Там вот есть крупные, вообще больше, чем 50 сантиметров, сантиметров 70 он. Тетя Надежа сказала то, что та не может купить игру. Не может купить? Да. Почему? Мы не можем найти 7 чудес света игру. Нам всю Надя обещала ее прислать. Вот, и она переведет тебе денежку, угу. Ну правильно, ты скажешь, что ты уже сегодня сама освоила все подарки. Сказал? Тебе надо сказать, если я освоила столько подарков уже. Диана подъехала к заправке и заправляет машину. Диан, все ты заправила, езжай лучше. Мы зашли, это типа какой-то пекарни. Я взяла вот такую вот бруснично-творожную, не знаю, пирог, так сказать. Диана взяла тирамису себе, вот такое. Я не могу. Ложкой. Компотики вот такие большие, по 400 миллилитров. Аккуратно, Диана. И девчонки захотели, как они называются? Макарос. Вот эти макаронцы вышли на 240 рублей. Торт творожный 160 рублей. Тирамису 150 и морс. В общем, все у нас это вышло 870 рублей. Очень вкусно. Диане повезло. Диана, садись поближе. Диана очень рада. Ей самое вкусное досталось. Самое вкусненькое тебе досталось. Заходила в детский мир, взяла мерисы, воду детскую, конфетки сейчас в дорогу, такую вот жвачечку одну маленькую. Взяла вот такие вот носочки, их двое, одни такие вот розовые, одни серые. Мы сейчас одни Диане одели, потому что замочили колготки в аквапарке. Это все у нас получилось на 2 225 рублей. Так что сегодня мы освоили денег вообще дофига с Анютой.
И взяла еще вот такую вот игру. Мне нравится, когда играют в металлических упаковках. То, что можно поиграть, обратно сложить. Вот это удобно. Хорошо потом хранятся такие игры. Ну что, надо взять? Да, у нас телефон еще. Ну и хорошо, слава богу. Если честно, так убавилась, я устала, не могу. А сейчас мне еще надо 200 километров вести машину. Мы уже выезжаем из Когалыма. Необычные, да, дома? Такая форма необычная. Красивые дома. Мы обычно выезжали из Когалыма, было темно. А тут мы выезжаем сейчас 6:30. У нас уже начинаются белые ночи. То темнело в 3 часа, а сейчас уже темнеет 4.